Какая частота у нее? А? А. Сколько оборотов? Три тысячи двести. Ну да. Вибрация 0,1. Ну. Для этого шпинделя у вас сколько? 0,2, да? А? Для этого шпинделя 0,2 максимум. Максимум? Да. Нет, 0,7. 0,7. А подшипники какие стоят где-то? J-Man. Как? J-Man. J-Man. Вибрация. Привод через ремень. Сколько он простоял на тесте? Сколько он простоял на обкатке? Ну, день просели. День. Сутки, да? Это шов у него, да, сушит? А? Шов какой-то, да? У него, да. Ну, здесь получается вот этот, и ему тяжело еще. Ну, да. И он дает вибрацию. Хорошо. Следующий, да, порог? Давайте сколько? 6000. 20. 40. 40 герц? Ну, чуть-чуть больше. Ну, это не принципиально, то есть это... Следующий порог, 6000 оборотов. 6000 оборотов. Вибрация. Сейчас. 0,13, вернее. Какая диапазон у нас? Единица сейчас. А, единица? А, да. Диапазон. Ну, даже лучше, я понимаю, да? Ой-ой-ой. Масло. Вода. Так, у нас потом 9-12 тысяч. Это не пойдет уже. А? Это уже не сработает. Почему? Будет работать? 60 лет. 60. $10,500. Так, а на этих оборотах оставим? Можем оставить на 5-7 минут. Не рассыпаться.